Стали известны победители проекта «Именные стипендии» от компании «Шериф». Это студенты самых разных специальностей. С одним из стипендиатов сегодня познакомилась наша корреспондент Владлена Донковцева. 10 утра, понедельник. Мы на мельнице комбината хлебпродуктов. Кругом трубы. Рабочие называют эту зону белым лесом. По лесу идет мука. В помещении очень пыльно. В робе с большим ключом наперевес на смене электромонтер Артем. Давай. Сейчас он тут, в цеху, чинит двигатель увлажнителя муки, а после смены бежит в ПГУ. Парень учится на агроинженера, средний балл 5,0. А совсем недавно Артему сообщили, что он теперь счастливый обладатель именной стипендии от компании «Шериф». Стипендию получает в первый раз. Артем, насколько я знаю, комиссия обычно звонит участникам и сообщает о том, что они победили. Выиграли шерифовскую стипендию. У тебя были какие эмоции? Я был очень рад, и это было прекрасное ощущение, когда тебе звонят и поздравляют. Поздравляем, вы прошли в нашей компании, и вы становитесь обладателем именной стипендии от компании «Шериф». В первую очередь позвонил своим родителям, поблагодарил их за то, что они вложили в меня, потому что это огромнейшая заслуга моих родителей. С отцом парень часто занимался дома, собирал, по его словам, элементарные схемы сборки освещения. И это еще до обучения в ПГУ. Пришла мне в голову мысль идти на данную специальность агроинженерия не спонтанно. Я решил продолжить путь своего отца, стать электромонтером и дорасти до инженера, главного энергетика. Поясню, электромонтер – это человек, который чинит все электрооборудование на предприятии, начиная от выключателя света в помещении и заканчивая сложно устроенными двигателями. Артем так работает уже 2,5 года. На предприятии парню доверяют, знают, что он справится, будь то скачок напряжения или поломка. Да и на учебе в ПГУ все понимают. Артем работает по той специальности, по которой учится, поэтому вся теория с лекций у него отрабатывается на практике – работе. От этого, наверное, и хорошие оценки, когда наглядно понимаешь конспект и с чем будешь работать. Конспект. Когда ты пишешь конспекты? Ночью, не ночью? Все равно какие-то учебные процессы, надо все это найти время. Постоянно занят этим. На выходных очень много времени это занимает. Конспекты, лекции, лабораторные работы, практические работы. На это все уходит очень много времени. На самом деле это очень сложно, и нужно иметь огромную дисциплину, чтобы это все совмещать. И работу, и учебу, и личную жизнь, и помощь родным по хозяйству. Высокого балла для получения именной стипендии от компании «Шериф» недостаточно. Нужна и активная общественная позиция студента. Артем постоянно участвует в университетских конкурсах, благотворительности, поет и играет на гитаре на концертах. И все это совмещает с учебой и работой. Стипендию $150 в рублевом эквиваленте от компании «Шериф» Артем будет получать каждый месяц в течение семестра. Деньги потратит на покупку ноутбука. Еще совсем скоро Артем на один вечер сменит робу электромонтера на строгий костюм. Торжественное награждение именных стипендиатов «Шерифа» пройдет 20 марта. Владлена Донковцева, Дмитрий Редькович, ТСВ.